И снова корреспондент Паха с вами. Это гур. Чертовский гур. Ребята там нормально понемножку ловят, а мы что-то парочку так. Ну что, городские, блин. Да, Семен? Вот. Пересел тут на пару пеньков. Дай бог здоровья этим людям, которые тут придумали эту тему. Хоть Пашка может присесть свои булки. За этими двумя парнями фиг угонишься, блин. Итак, мы ведем главный репортаж этого года. Так, так. Так, идет. Давай, давай. Вот он, вот он, вот он. Что ты творишь? Опа. Уха сегодня будет, товарищи. Вот он. Но не мой, да. Красавчик. Мы ведем главный репортаж, и сегодня у нас икра. Заморская баклажанная, пятиминуточка, блин. Линковая. Завидуйте нам. Да. Скажи свое слово. Да, да что говорить, хоть что-то поймали. Главное не показывать. Как в этом году у нас в Амуре такая же икра ловилась, только скиты. Такая же крупная. Блядь, малек, что ли, блядь. Да хрека выряться. А тех, кого с нами рядом нет, того нет. Не было бы дождя, и было бы все прекрасно, но, в принципе, нам ничего не мешает. Выпить, ничего не останавливает, правильно. Все тут готовится, все тут правильно. Второй день сижу на этом гребаном пеньке. Ничего не ловится у меня. Ну, все жду свою заветную рыбку. Тала, тала! Какая в жопу тала, да? Сегодня у нас какое число? 28? 30. А, о, даже 30. Рядом, блядь. Даже 30 число. И ничего не клюет. Места красивые, воды много. Рыбы мало. Рыбы мало, да. Или я такой несчастливый. Видно, не в ту лунку я рыбачу. Ведем главный эпохальный репортаж. Пришли, блядь, одного заморского типа спасти от безумной голодов. А он, говорят, тут уже покушал. Вот эту харю, видите? Скоро треть, как столько влазит, а в туалет не ходит. Уже третий день за ним наблюдаю. В пустыне ходил. Ну ничего, скоро прорвет, наверное. В роды ходит. Ну, блядь. Я свое не взял с собой. Пиво, карман. Вот он, маленький такой вкусный столик, блядь. Как там, углеводы, белки, йо, жиры. О, сейчас как покушаем. Правильно по этим халбам ходить, йо, мы по... Сколько? Полтора километра, вот так. Ну, здесь. Да, где мы нашли, да? 2,5? Да, 2,5, во. Не будьте такими, дай ножик, как мы. Ты, конечно, не песня видел. Про рыбалку. Не видел, ну, рыбы нет. Вот. Рыбы, а речки, нет. И речки. Рыбы нет, тут рыбы нет, потому что вот там трек. 2,5, 2,5. Через 2 километра водопад. А, водопад. Так, прошагали, короче, большой путь, где-то 3 километра, я не знаю, по этим заторам. И тут один сказал, деятель, что рыбы тут нету, потому что тут водопад.